Основные данные по проекту IoT Platform. IoT – это токены мгновенных активов. Проект работает на рынке недвижимости. Как утверждают разработчики проекта, он будет занимать ведущую роль на рынке, стремясь полностью изменить всю конструктацию от продажи и до аренды домов. Платформа создана для того, чтобы сделать еще одну революцию в этой сфере, используя технологию блокчейн. Все средства, которые привлекут, будут потрачены на то, чтобы развить систему. Арендодатели и покупатели получат хорошие скидки при использовании токенов. Компания, которая управляет проектом, нацелена на то, чтобы привлечь максимальное количество участников, предлагая им разнообразные выгодные акции. Но несмотря на это, на рынке существует масса проблем. Несмотря на то, что высокий доход можно приобрести на рынке недвижимости, любой из покупателей всегда может столкнуться с тем, что ему придется сталкиваться с массой трудностей и лимитами. Благодаря платформе каждый клиент может не только получить высокий доход, но и избавиться от массы проблем. Платформа IoT позволяет сократить расходы на сделки. Например, в Южной Азии при приобретении и продаже объектов жилой и коммерческой недвижимости придется заплатить комиссионный сбор не менее 24% от всей цены. Согласитесь, что это огромные расходы, особенно для тех покупателей, которые владеют ограниченными средствами. Эта платформа позволяет снизить затраты в несколько раз. Стоит отметить и то, что это дает возможность включить в рынок множество мелких продавцов и покупателей, ранее не имеющих возможности работать на нем из-за высоких комиссионных сборов и порога вхождения. Платформа IoT гарантирует безопасность. Именно безопасность сейчас решает все, и она зачастую является наиболее уязвимой точкой в системах, чем и пользуются хакеры и мошенники. За счет децентрализованного блокчейна можно гарантировать то, что любая информация, находящаяся в системе, не будет похищена или изменена в угоду злоумышленникам. Возможность взломать систему практически равна нулю. Система обеспечивает и прозрачность каждого трансфера. Все сведения, хранящиеся на блокчейне, доступны для пользователей, и каждый из них всегда в любой момент времени может посмотреть информацию на платформе IoT. За счет этого экономятся время и расходы. Сейчас на приобретение и продажу объектов жилой и коммерческой недвижимости уходит порой до 2 месяца. Это приемлемо в современных условиях. Блокчейн позволяет ускорить и упростить все процессы на порядок. Также платформа IoT старается поощрять использовать внутренний токен, он называется IoT в множестве сфер, от арендной платы и приобретения актива, оплаты услуг по управлению активами, оплата за установку техники и мебели, консультация налогового специалиста, юриста, оплата комиссионного сбора за услуги брокера, агента, приобретение дохода за аренду или продажу. Лизинг активов, которые принадлежат предприятию, они будут получаться от лизинговой работы сразу же после покупки. Фирма Realty Beacon Philippines Inc. дает возможность проводить любой тип лизинговых операций после покупки. Продажа активов, которые находятся в управлении организации. Фирма также может провести продажу некоторых частей активов, чтобы получить высокую прибыль. Услуги по управлению недвижимостью и объектами. Также фирма будет рекламировать свои услуги по управлению недвижимостью в системе. Число токенов, которые будут в циркуляции, это 4,5 миллиарда токенов IA, стоимость одного токена составляет всего лишь навсего 1 цент, и к оплате будут принимать эфир и биткоин. На продажу поступят токены в общей сумме 20 миллионов долларов. Те токены, что пока не будут проданы, это примерно 40 миллионов, их отдадут на благотворительность, а оставшиеся сожгут. На этом у меня все, все необходимые ссылки по проекту IoT Tokens вы найдете в описании. До новых встреч!